вяжется. Кто вяжется? Ребята, я профессиональный рыбак, я вообще не знаю, как... Он только на таймене крючки, ребята, умеет привязывать, да. А здесь вот на мормышку он как бы не сильный профессионал. Вообще не умеет. Не сильный профит, но, друзья, сейчас, короче, он привяжет. Как-то... Ну так и привязывай. Вот так вот она и будет, короче, вот так вот дать. Конечно. Да-да-да, вот так и нормально будет. Сейчас, короче, он примяжет мормышки и будет зашибись. Тут магнит, да, у тебя стоит? Угу. Угу, вон когда заделали, сейчас уже по-новому. О, еще кто-то приехал, этот дядька нас догнал. Гриб этот. Гриб. Старый какой-то. Прибандо. Ну, несколько раз привяжи. Ну. Ну что, я пошел уже? А что мы нам надо было дальше проехать, Русь? Почему? Да потому что у нас тут тропы нету. Да сейчас вот, да можно мы... возьмем. Так, ну туда и подъедем сейчас. Подъедем, встанем и будем там стоять. Как-то у меня, смотри, как-то коряво. Нормально. Как-то я это хочу, чтобы ровнее. Нет? Нормально? Да нормально, конечно. Как ты ее ровнее привяжешь? Короче, все равно чужой. Криво бока, да? Да, конечно, криво бока. Бока криво. Ну что, друзья, сейчас отправимся мы на рыбалочку. Поговори. Отправимся на рыбалочку, да. Я тут всякую хрень делаю, не знаю какую, что сейчас выйдет. Да как что выйдет? Короче, сеструхиного мужа, ну? Короче, какая-то, если зацеп, такой какой-то грузик, что-то на леску, ну, чпок, и он тяжеленький, он раз, просто отпускает его, чпок, вообще тема нормальная. Я знаю. А у тебя такое есть? Я такое еще себе не делал. Вот уже автобус у нас есть, сейчас скажу, откуда он. С Колосовки. Колосовка. Опа. Так, сейчас вот эту шляпу надо мне как-то... Я откусываю. О, ножницы, Тёма, ножницы. Да. Ты себе будешь две этих делать, да, поводка, да? Херачи. Да. Так, а какой тип это будет? Получается, где-то вот здесь вот грузик этот заебенец, а ну а выше тут этот поводок. Я думаю. Я посмотрю, я еще на месте, может, привязываться буду. Нет, я буду это делать на месте. Но. Я вот чисто вот так вот здесь. Ну, короче, все, давай, быстрее, давай. Время-то у нас идет. Друзья, он сидит специально, блин, вот так вот время резину тянет, лишь бы подольше не выходить на лед и поскорее домой свалить, короче. Нифига подобного, народ. Ну, знаете, сколько я уговаривал, блин, считай, что 13 числа я уговаривал на рыбалку, а сегодня 23, уже 10 дней прошло. Сейчас пулем, сейчас оторвемся по полной. Ну, еще кто-то приехал, программе. Они заколебали здесь, они рыбнадзоры ездят. Все, сейчас вот эту еще одну привязываю, и мы прям вот эту медную, наверное, или беленькую. Да без разницы вообще. Медную ее. Медную, медяшечку вот эту, заебение, медяшечку, это вот сюда беги, таймень будем сейчас ловить. Да, блин. Ребята, вы там не смейтесь только, я говорю, что я не профессионал. Таймень в легкую, блять. За маты извиняюсь. Таймень в легкую наловлю вам. Отправлю вам. Таймень, да, вяленого отправит он вам. И пареного, и жареного. Вяленого таймень отправит. Тёма, и пареного, и жареного. Да, а что, у тебя в салоне курить нельзя, что ли? Нет, нельзя. А что у тебя тут написано? С той стороны ничего не написано? Нет, это с этой стороны. Для... И, короче, этот... Тип этот, ну ты понял, который. Но я понял. Не давай, короче, курить у меня в машине. Я говорю, не кури, я говорю, в машине у меня. Ну ты понял, да, уже? Ну я понял. Сверх, короче, но. Наглость. Он, а что ты? Я говорю, давай, не надо. Я ж тебе, говорит, залил, говорит, бензин. Прикинь? Ясно. И вот, ну это ненормально, ты сам же понимаешь, это ненормально. Угу. Что-то это, я говорю, я сейчас пну, говорю, в жопу тебе. И ты, говорю, пешком, я говорю, пойдешь. Блин, ножницы, пожалуйста. Да, конечно, у тебя. А где? Там где-то. Вот. Все? Да, все, господа.
подписчики. Вот она, вот, сейчас все караси мои. Тёма отдыхает стопудово, он сегодня это, он сегодня, ну... Тихо, подожди, не шевели. Впарит. Чё, чё, дурацко? Да почему дурацко-то? Ни хрен знает. Профессионально. Стопудово ты орёшь сейчас. Да чё орёшь-то, нормально хрюкнул сейчас, пошли. Стопудово на нас прикалывается. Гусениц бери, пошли. Гусеницы у нас сегодня вот такие вот. Толстые, отборные. Мощнее.